то я представлю, хто завітав до нашої студії. Наталія Григорєва, керівниця приватного театру «Ляльок Іст Арт», Дмитро Григорєв, актор. Доброго ранку. Я багато про вас читала, багато про вас чула, і мені приємно, що я тепер познайомлюся з вами і познайомлю ближче наших телеглядачів. Не буду багато чого говорити, вам слово. Розкажіть про свій театр. Я знаю, що у вас за плечима багато історій, багато досвіду, і є що нам розказати. Наш театр уже существует 17 лет, в октябре будет как раз 17 лет его существования, с 2001 года. И у нас уже достаточно богатая история. В этом театре было уже практически три состава, и вот последний состав, артисты, вот одним из которых является Дмитрий Григорьев, он же является моим сыном, потому что... Так, он уже по прозвищу можем, да? Он вырос в закулисье и впитал в себя весь этот запах пыль кулисы и стал артистом. Выбор сделал, получил образование. И еще двое талантливейших ребят, актриса Маргарита и режиссер Александр, который сделал выбор в режиссуру, пошел благодаря, вот как бы связал свою жизнь с нашим театром и пошел в это искусство. Режиссура театра кукол. Потому что театр кукол – это отдельный вид искусства. Это те, що інше. От да, от дуже часто якось поєднують, ну театр він спільний. Ні, тут є межа. Яка вона? Розкажіть про неї. Это форма искусства, которую часто иногда путают просто с развлечением для детей. Нет. Есть спектакли для детей, есть спектакли для семейного просмотра, есть спектакли для взрослых. Мы проделали как бы в частном театре долгий путь. У нас много детских спектаклей. И вот год назад, наконец-то, мы сделали спектакль для семейного просмотра, скорее для взрослых. І історія одної матері. Це просто дивовижа. От це є тим доказом, що це театр «Ляльок», він не просто якийсь розважальний для дітей. Розкажіть історію дивовижно цього спектакля. Це навіть не мій вибір, це вибір не конкретно, от ми хотіли цю історію. Ми просто дуже хотіли Андерсена в репертуар. И попросили замечательного режиссера, сейчас очень-очень современного и продвинутого, Марию Назаренко, чтобы она подыскала нам в репертуар Андерсена. И чтобы это был моноспектакль. И она предложила мне вот эту тему. Мне очень понравилось ее решение, и художественное, и режиссерское видение. И вот в результате год назад спектакль вышел. Это моноспектакль, музыкальный спектакль-форма. Складний. Там же складний сюжет, давайте, можливо, хто даний, знайомий, розкажемо. Тому що дійсно складний сюжет. И потому что вся история складывается из нескольких эпизодов и одета на форму решения актриса и кукла. Путь куклы и история актрисы. Это все связано. И делается он комплексом мер. Комплексом – это значит форма, кукла, голос, музыка, свет – и вторые руки – это вот тот человек, актриса Маргарита Чуварова, которая технически просто является вот этим двигателем. Многие говорят, у тебя там внутри лебедка. Я говорю, нет, у меня там внутри актриса еще одна. Вот. И все мы работали вот просто на эту тему. И вот он вышел, и он поехал уже по стране, по прокату. Так, він и на Слов'янському базарі був у Витебске, и в Литві. Розкажіть, будь ласка, про подорожі. Подорожі у нас почалися з 17-го року. Ми були в Ужгороді на фестивалі, в 17-му году получили там оценку високую этого лучшая женская роль и лучшая музыка к спектаклю. Винница получила свою, дала нам свою оценку за лучший креативный спектакль. И дальше премьера сезона, лучшая женская роль, Житомир, гран-при получили мы. Были мы в Кошице, город Кошице в Словакии. Тоже нас пригласили после ужгородского просмотра, мы показали там этот спектакль в Славянском базаре. Ну там безоценочный спектакль, фестиваль, это просто фестиваль. Показ. Да. Славянский базар, в кукольном квартале мы участвовали. І в Литву ми їдемо з іншим спектаклем. З іншим, да? Розкажіть, що це буде за спектакль? Це буде вистава «Кіт у чоботях». Ух ти, да, ух ти, да. Тому що це фестиваль уличних театрів. А ми, як ніхто, уличні. Ми працюємо і в приміщенні, і на вулиці, де нам просто предложать площадку. Вот. І ми везем туди спектакль «Кот в сапогах».
А уже мать мы везем в Кировоград, Коцюбинський. Мать, історія одної матері ми везем в Коцюбинське, це трошечки пізніше. Тобто буде ще історія, буде продовження, ще будете показувати українцям. Дмитро, ну, хочу вам надати слово, розкажіть. От мама каже, що ви так вибрали таку професію. Може, якісь складнощі є, може, чомусь ви себе бороли, да? От розкажіть свою історію, саме актора у вашому театрі. Ну, у меня как бы было все очень просто. Я просто жил в театре с самого детства. Вот. Пока родители играли спектакли, я бегал за кулисами. Там и спал, там проводил и игры. Пытался поджечь иногда. Было. Да, вы что, это такое было? Це, ну, не специально же это было, правильно. Це дитячі якісь розваги, напевно. Да, мы все это маскировали под как бы, театральное мастерство. Мы репетируем. Классно. Вот. Потом уже, когда вырос, я попробовал себя в нескольких профессиях. Я попробовал себя в роли хореографа. Вот. А потом решил закончить такие, тоже получить профессию, которой владеет моя мама. И получил. В этом году я получил как бы диплом. И теперь я являюсь полноценным. Это не первый шаг был, то есть сначала закончил. Ну да. Ваш первый спектакль. Ви його пам'ятаєте, ті да, емоції? Я переконана, що ви пам'ятаєте. Я розкажіть. Я пам'ятаю. Це було дуже неожиданно для мене. Я дуже сладко спав. І мене утром мама розбудила і говорить: «Діма, таке діло, ти должен вести спектакль, поки ми їдемо на гастролі за время вот этого путешествия». Артист випав із обойми? Да. Поднимайся, поехали. Вот, и я, блин, ну хорошо. И вот мы буквально за день, да, за день спектакля я ввелся, и так и прошла моя первая премьера. Вот, ну как-то так. І це вже визначилося, так? Все ж таки, у вас вже 20 спектаклів, да, за вашими плечима, зараз готуєте кіт-чоботяк. Що ще? Які ще сюрпризи нам від вас очікувати? У нас готовится. Я знаю, что богатые да, идеи. Да, у нас готовится три проекта. Первый проект уже вот будет на выходе в ноябре месяце. Это спектакль нашего молодого режиссера, который, вот, к сожалению, не мог по болезни прийти. Спектакль по пьесе председателя УНИМА театра кукол Украины Брижжиня. Спектакль на пожарную тематику, но достаточно художественный. Uh-huh. Затем у нас будет спектакль на библейскую тему «Вертеп». И готовим спектакль по японским сказкам. Но это все в течение года, то есть это план на год, а там уже как растянется процесс изготовления материальной части, так и будет. Ну уже. Так, тобто для цього ще час, тим більше, що у вас таке фестивальне життя, і ну, це дуже важко, так? От, яке воно фестивальне життя от акторів? Розкажіть про це. Ми просто дуже зафестивалились уже в этом году. Ну, от я что, так, да. Знаєте, я вчора читала перелік, там, Німеччина, парад з колегами з 9 країн, Грузія, Болгарія. Ну, це дивовижа просто. Более того, мы уже второй год проводим силами нашего театра, поскольку мы постоянно работаем в летний период в Белгород-Днестровском районе в Сергеевке, в лагерной зоне, мы решили в этом чудесном месте организовать фестиваль приватных театров кукол. И два года мы уже его проводим собственными силами. Мы собираем там все достойные работы приватных театров Украины. Планируем выйти уже на немножечко международные соседи из Молдавии, там из Белоруссии пригласить. Uh-huh. И проводим этот фестиваль. Это всего лишь 3-4 дня, но это активные общения, показы, просмотры работ друг друга. Ну, опять-таки, море и хорошее время. И зритель, тот, на который, называется спектакль, который мы показываем на зрителя. Лагерный зритель, он очень требовательный, и вот мы как бы на них... Так? А в чем вот такая его, напевно, разглядают кожен нюанс, кожен так, вот такой пример выглядит. Во-первых, это разная категория. Абсолютно, так. Это от 7 до 13 лет, и, естественно, они по-разному воспринимают спектакли. И мы смотрим, как они... Вот эту тему, вот эту форму принимают, потому что в театре кукол это множество форм. Как они вот эту форму принимают? Мы все разные театры, разные по форме, мы разные, но мы равные. И вот мы смотрим, как зритель реагирует, что он в будущем захочет. Мы пытаемся все время ориентироваться не на поводу зрителя, а ориентироваться во вкусах.
і в течениях. Віння. Може, якась порада, да? Що ви бажаєте краще показати? Якщо можна, від телеглядачів є до вас запитання, дуже похвала, дуже приємно, дуже пишається, що в нас у Миколаєві такий приватний театр. І кажуть, як у Миколаєві, коли можна потрапити на ваш спектакль найближчим часом? От хочуть вас в Миколаєві бачити. В ближайшее время не знаю, потому что у нас опять-таки очень разъездной характер. Мы предлагаем свои спектакли детским садикам, школам, ну опять-таки лагерям, где-то каким-то организациям. А нам сейчас очень помогает Государственный театр кукол, и мы с ними плотно сотрудничаем. И если они нам предоставят сцену, мы будем очень благодарны им, и тогда, естественно, реклама даст свое, будет понятно, когда, где, в какое время спектакль может пройти. Угу. І ще одне, да, якщо можна, ще є невеликий час, все ж таки хвилює глядачів, скільки ж людей працює в вашому театрі? Яка ж кількість, все ж таки? Кількість у нас іноді більше, іноді менше. Іноді на площадці 2 чоловіка, іноді на площадці 3 чоловіка, може бути 4. Тому що, ну, 2 артиста, режисер, артист, і я ще не списываю себе со счетов, тому у нас може бути як 4, так і 2 на площадці. І, звісно, технік, який нам озвучивает, освещает, ну, опять-таки, это мой муж. Он... Это у вас семейно, да, так, он... как в наикращих таких жанрах, да, разумеется? Да. Нас 5 человек. Угу. Пока. Так, Дмитрий, до вас еще запитання. Спектакль вашей мрії. От я завжди, коли спілкуюся з акторами, я це питаю. От мені цікаво. Я думаю, свой. Вау, сделать какой-то свой спектакль, и он будет тогда спектаклем моей мечты. Так, как ну, это... А про что это все ж таки будет? Про что? Я думаю, это будет про спектакль про время, спектакль про что-то философское, что-то актуальное. Ну, я думаю... Я думаю, когда-нибудь может это увидеть. Он просто не хочет раскрывать все секреты, он уже еще и пишет песни, и поэтому у него в этом тоже как бы часть его творчества. И вот это много музыки, спектакль, в котором много музыки. Ну да, это музыкальный спектакль. Мы чекаем, мы ведь вас чекаем. Я... Ну, вдячна, що познайомилася з вами. Дуже цікава у вас історія. Ви такий гарний приклад для України, да, для Миколаєва. Я вам вдячна за вашу роботу, і глядачі хочуть вас бачити в Миколаєві, і ми вас хочемо бачити. Дякую. Отож, готуйте нам щось, ми залюбки подивимося. Нагадаю, що у нас в гостях була Наталія Дмитро Григорєва, можна я так вас представлю, керівниця приватного театру «Ляльок», ну і, безумовно, актор, мама і син, ви чудові, гарного вам дня, натхнення вам. Ну, ми продовжимо, наш прямий ефір триває, ми бажаємо усім доброго ранку. Дякую.